Хей, Огейс, мышеньки, мы продолжаем проводить игру под названием Train 2 Complex Stories. Я пытаюсь это записать уже второй раз, потому что игра, я не знаю, почему она усирается. То есть... Кто бы ни жил в этом доме, внутри было тревожно. Тревога окутала наших героев, как сырой туман на болоте. Геройская троица мужественно преодолела все ловушки и ужасы странного дома дерева, чтобы встретиться лицом к лицу с самым ужасным из созданий — драконом. Херня в том, что оно... Почему он не нападает? Как обычно, помните, зависает, типа, и все. Я не знаю, чем это связано, может, из-за того, что игра довольно старая. Хотя она переделана на новый, как вы видите, движок. Что? Куда он делся? Он был не настоящий. Это просто иллюзия, Понтий. Хм. Он что-то сторожил. Выглядел невероятно достоверно. Надеюсь, мы никогда не встретимся с его оригиналом. Я это дело уже пробегал, поэтому я примерно знаю, куда идти. Если честно. Это тоже херня легкая. Тут, короче, головоломка, нужна снаряды. То есть на один мы сюда становимся. Второй, типа, за счет телеги. Да я могу кнопками все это сделать, да? Тогда это легко. Короче, если мы трубу здесь трогаем, о нет, теперь он изрыгает монстров. Появляется херовина. Как мы с вами уже поняли, наш мужичок может не бояться огня. Поэтому мы не боимся огня. Изи. Зараза, попал мне все-таки кислотой. Так, что дальше? Раз, два. Нам этого хватит. Так, сюда, три. Бац, бац. Хоп. Идеально. Открываем двери. Дверь у нас внизу открывается. Я просто хочу быстренько это пробежать. Я думаю, все равно вы запоминаете, что я делаю. И вот здесь у меня вылетело. Я не знаю почему, но с этими шарами у меня вылетело. Thank you.
мне вообще хватит прыжка? Ясно, понятно. Хватило, проверяйте. У меня нет еще ступеньки. Да я мог. Ладно, поехали далее. Ясно. Понял, принял. Вопрос, для чего я это делаю? Точно. Ладно, хоть этот не пригодился мне здесь. Ясно. Чёрта. А, дебилизм. Она еще через раз прыгает. Фух, сейчас сгорю. Давай так. Ладно, делаем впритык. Ну и где пузырьки? О, найс. Ау. Да, я сейчас туда пойду.
Хоп. Отлично. Новый уровень плюс. Вот опять. А, 4 из 50, окей. Окей, вопросов нет. Нет, подожди, это снять. И вот так. Нихера себе, там механизмы. Но я хочу восстановить себе силы. А, нихера себе, тут сундук, оказывается, еще есть. Моя сестра умнее всех. Никто не даст совет верней. Но я волнуюсь за нее. Она чем дальше, тем мрачней. Ну, хоть что-то новенькое, не. Ей опять исполнилось сколько-то там лет. И опять исполнилось там кучу лет. А, ладно. Хоп. Изи. Так, здесь я все отключил. Ну, в принципе, да, я могу сюда пойти, но. Внизу у нас тоже там кое-что есть. Почему я не могу пойти тогда вниз лучше? Узнать, что тут. Ага. Ага. Сюда только запрыгнуть. Я думал, дверь откроется. Ну ладно.
И так нормально. Чик, 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 чик. Так, ну туда попасть окей, легко. Как-то все пока что легко. Довольно. Спасибо за медальон, Рози. Как же здорово было. В следующем году надо будет непременно повторить. С днем рождения, дорогая. Люблю тебя, Изабель. Тут все завалено письмами этих дамочек друг другу. Думаю, мы вовсе не цветок ищем. Мне нужно прыгнуть в портал, да? Так, я понял. Без проблем. Ага. Да ёлы-палы. Сейчас мы попробуем кое-что сделать. Так, не то. Надо, короче, тайминг, когда он поднимается вот только. Просран тайминг. Ладно, облегчу себе жизнь. Просто облегчу себе игру. Ага. А как мне туда попасть? Опа. Да. Так, этого я и боялся. А куда мне идти? Я не пойму, как мне это провернуть дело.
Как мне на ту сторону попасть? Ладно, будем подбирать угол. Я почти это сделал. А. Но все равно нужно, блин, понять, куда мне. Типа раз. Вот так, оп. Второй. Вот так. Если бы я еще мог третий поставить, было бы идеально. Зараза. Мне это бесит. То, что я не знаю, где мост сделать. Я понимаю, что по идее я должен прыгнуть, меня должно выкинуть. А как я успею одновременно с... По идее, скорее всего, можно успеть. Но снова же фиг его знает. Ай, блядь. Ладно, го, попробуем, как я сначала подумал. Мы сейчас, короче, с вами подвинем лифт. Типа, чтобы он открыл. Это... Тупые головоломки. А, ну, в принципе, у меня времени хватает. Ясно. Дебильный уровень. Сколько времени на это убью? Раз, два.
Мне уступчик немного маленький нужен. Мне много не нужно. А, точно. Забыл. Нет, слишком быстро упала. Так. Немножко больше, чем центр. Здесь мы тоже немножко больше, чем центр. Да! Дальше посрать вообще. Я говорю, вообще посрать. Дальше что-то как-то изи. Дальше как-то изи. Они падать будут? Ну, это мы помним качельку. Качельки мы помним. Ладно, откроем раз и пойду заберу сундук. О, нихера, это ледяной этот тролль. Ну, у меня теперь есть взрывные эти, как бы, поэтому можно и не допрыгивать. Угу. Я понял. Не понял. Мне нужно запрыгнуть от нее от... Или нет? Тогда все, я все. Так вот. Я могу цепляться, значит, это хорошо. Вот и все. Тихо, не прыгай. Еще выше будет? По идее, еще выше можно. Или нельзя? Настя, мне в это в многом поможет. Нахер мне ваш этот? Я лучше так сделаю. Хоп.
далеко. Ау. Тихо. Тихо, брат. Плевать на нее. Вот заразы, втихаря нападают. Так, и что мне делать? И хера, не понял? Ну ладно, сейчас, думаю, разберемся. Типа я должен за это зацепиться. Понял. Хоп. Йоп. Готово. Изи. Так, снова эти демоны. Ага. Ну, можно было, мне кажется, даже за раз это сделать, если ты типа не затупишь, а сразу начнешь открывать. Приветствую, чужестранцы. Вы преодолели все мои ловушки для гоблинов. Я королева Розабель. Когда-то я правила в этих землях. Что вы знаете о гоблинах? Гоблины давным-давно захватили мою страну. Уже после того, как королевство пало, а лес одичал. Ваше Величество, а что вы знаете про говорящие цветы? И почему растения здесь так быстро растут? Я расскажу вам все, но сперва помогите мне. Здесь у моря есть замок, дом моих предков. Сейчас в нем живет король гоблинов, оскверняя его своим присутствием. Убейте его, и я вам все расскажу. Все сокровища замка ваши. Понтий, недолго думая, принял приглашение Розабель отобедать. После еды хозяйка удалилась в покое, а герои восстанавливали свои силы. Вскоре они покинули жутковатый дом. Хоть было и поздно, дело не терпело отлагательства. Ну вот и все. Ну что, тогда думаю, давайте на этом с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока!